Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ромчик. И Анзолио, вы его видите, мне звонит Вася Дибилка. И я взлетаю. Сегодня мы будем кататься на самолетах, может быть, придумаем что-нибудь еще. Летать на самолетах будем, ну и я постараюсь в итоге его посадить. Сейчас... Куда летишь? Куда летишь? Да я прямо лечу, сейчас пипец будет. Сейчас как в Челябинске на дорогу сяду. Ой. Ну где летать, Ром? Надо уметь. Ты понимаешь, как высоту набрать? Ну, я лечу, короче, мышку вверх тяну. Ты чё, вниз тянуть надо? Вниз, вниз. Ты лечу-то вверх и вниз, короче. Ром, я рядом с тобой. Да мне пофиг. Слышь. Ой, Рома, я тебя вижу. Вижу. Так, я, короче, набираю высоту и делаю мертвую. Ну, не мертвую, но выживу. Опять набираю высоту. Я выжил. Я умею. Не смогу. Упс! ППЦ! Надо повыше, значит. Так, взлетка аэропорта СФ. Сейчас, подожди, я тоже к тебе прилечу, СФ. Давай, взлетай. Так, подожди, не взлетай. Мне надо его нормально положить. Сначала я взлечу, потом ты. Нет, сначала я взлечу, потом ты. Так, это вот, давай, пошли. Раз. Подожди, я еще сам не взял. Воздушный транспорт, Шама. Подожди, давай. Раз, два, три. Разгоняемся. Ой, телефон. У меня какой-то справа полетел. Зато я 2000 надрифтовал на самолете. Ой, я вижу, как ты летишь. Я попытаюсь за тобой полететь. Да. Ты чуть не умер только что. А где? Если еще шасси спускать на двоечку. Ты! От меня нажми, блин! Блин, зачем? Вот какая разница, есть шасси? Скоро будет. Ой, как меня нифигачило. Что, туда же телепортируешь? Ну я тут взлетаю, пробую без полосы! Я тут пробую без полосы взлететь, фигня выходит! Туда еще раз. Тихо. Самолет не горит. Упс. Дубль 2! Взлета без полосы! Слушай! И слушай ты, слушай! Так, черт. Так, я лечу, я взлетел. Я взлетел, я взлетел. Ну, как можно выше, ну, бери. Пукан не горит. Тихо, я тут. Какой пукан? Я столбик. Блин. Нет, Рома, я вижу, я у тебя на жопе. Я у тебя на жопе, Рома. А я тебя не вижу. А я сзади тебя, нажми кадру, и я вижу. Да, я вижу, можно просто на колесико мышки нажать. Так, ну-ка, попробуем брать шасси. Тихо. Привет, Ром, как дела? Да как бы все норм, я как бы тут... Хочешь я мертвую петлю сделать? Нажми на колесико. Да я ж жму, я сам ее начал делать. Я сам начал делать мертвую петлю. Я сделал, не норм. Просто я ее как-то неправильно сделала, вроде чекаю. Мертвую петлю это через себя? Это через себя и еще вниз потом. Ну все, я его сделала нормально. Ты это упал? Нет, еще я высоко лечу, высоко. Слушай, у меня не хватает мощности, чтобы ее сделать. А я ее сделала. Ой, я тебя вижу, блин, высоко слишком. Вообще ты улетел куда-то. Так, ну-ка я тулупик сделаю. Я, короче, перевернулся на
на животик, и потом вниз еще приедете. Тихо, 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 тихо! Никогда не повторяйте это дома. Особенно, если у вас есть самолет. Угу. Сами можете, дома не надо. Куда, на СФ? Нет, ты чё, я прям со спавна разгоняюсь. Эй, упс, упс! Слушай, давай лучше... На ухе? Всё, я уже на СФ. ДЦП, ну взлетай! Хоп, 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 высоко, высоко! Всё, взлетел. Зачем вообще разгоночная полоса, если можно... Я тоже взлетела. Я за тобой лечу. Нажми на колесо. Я сейчас попробую тебя сбить. Давай. Блин! Ох, не зацепился. Упс. Упс, я эпично. Я посажу самолет. Ой, эпично-то. Ой, сейчас посажу. Я его тоже сажу. А я тушись пукан. Как пукан потушить? Просто жди. Тушись пукан. Я, короче, проехался по двум. Я сейчас его посажу. Я посадил его. Только я немножко... Я его на дороге посадил, правда? Ну ладно, пофиг. А я его тоже посадил. Там немножко пукан подберем. И сейчас тут риск, 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 риск. Нет. Я его посадил. Нормально. Куда теперь? На СФ? Да, на СФ, на СФ. Короче, я первый взлетел, у тебя пукан. Давай я, короче, первый взлетаю. Смотри на меня. Подожди. Рома, не бей, ты меня с собой не возьмёшь. Да я знаю, ты меня в тот раз же взял. Блин, слушайте, а теперь представьте на секундочку, что вы летите куда-то на самолете и вас так же. Такие все сейчас обсираются. А, не врезайся, не врезайся. Ух, не врезайся, слава богу. Слушай, я сейчас елку зацеплю. Нет, нет, там куча елок. Слушай, 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 слушай. Одну елку зацепил, бомбит. У меня бомбит, у меня самолет бомбит. Я ровно... Я сквозь дерево пролетел! Тихо, 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 тихо! Я как на испрыгун лечу! Я лечу! Я тут на ферме! Я взлетаю, взлетаю, взлетаю с фермы, взлетаю с фермы. Вроде бы я его поехал. Ох ты, поаккуратнее-то, поаккуратнее. Ты сейчас умер или нет? Я не умер еще. Ну ты когда-то умирал ведь? Это когда я его взорвал. Ой, пукан горит, не горит. Так, я хочу его куда-нибудь сейчас посадить. На крышу попробуй. Нет, сейчас, короче, я стараюсь как можно выше взлететь. У тебя какая скорость? 142. У меня 300. Как, сколько? Абстрагируйся от суеты, достигну космоса. Мой прикол. А, вот, все, я убрал шасси, у меня 300 стало. Сколько? 267. Тихо. Привет, Ром, я тебя вижу. Ром, я вижу тебя. А я вижу тоже тебя. Только ты внизу или вверху? Ты высоко или низко? Я в облаках. Я тоже в облаках лог. А я выше облаков лог. Ой, тут облака, тут еще вообще высоко что-то. Кстати, на этом самолете не сделать мертвую петлю. А, я, короче, знаю, эти маневренные самолеты, он там самый последний. Вот на нем можно и А у меня сейчас ровно 300. Мне тоже ровно. Короче, сейчас посажу его вот сюда. Всё, я его посадил. Правда, у меня немножко пукан подгорел, но я его посадил. У тебя пукан подгорел, когда ты садил, что ли? Да, всё, херни горит, я его посадил. Кстати, пишите в комментарии, что вы хотите увидеть в следующем ролике по сампу. Ром, ты что там летишь? Я, короче, возьму какой-нибудь самолёт.
Я, короче, шасси выпускаю. Я пошел садить его. Я, короче, знаю самолет, а вот мы потом вдвоем покатаемся. Я тебя покатаю, а потом ты меня покатаешь. Не, это скучно. Блин, не, ну а чё? Сначала я тебя, а потом ты. Ой-ой-ой, тут море, короче. Куда мне садиться-то? А, ты назад. Блин, сколько тут мёртвых петель можно делать? Хватит, здесь. А, нет, суша. Тихо! Я посадил его. Правда, если бы так... Нет, я недоволен посадкой, я еще хочу. Сейчас тебе и еду. Постой там немножко. Рома, постой, я тебе на спиде не еду, чтобы спидом не запутать. Давай, постой, Рома. Да иди! Иди в воду, самолетик! Подводная лодка. Стоп, стоп, подожди. Транспортное средство, типа... Рома, подожди немножко, я к тебе хочу прилететь. Тут я возле... Водный транспорт. Ланч. Все. Уиху! Рома, ты, блин, ты где? А я хочу тебя. Все, ты меня не догонишь, Азаза. И что? Можно подумать, ты кого-то уверен. Да, я так уверен. Стоп, а где тут море? Вот море. Да я как бы хочу море, чтобы до меня не достать было с берега. Ну, чтоб ты меня нигде не нашел. Ой, я тебя вижу, привет. А ты на самолете? Медленно. Ой, я вижу тебя, постой, я на лодочке, вон. Стоп. Рома, вон он, я на берегу, привет. О, привет. Сейчас будем вместе кататься. Давай, плыви сначала. Водный транспорт. Спидер. Слушай, привет. А как тут скорость быструю развить? Ты медленный, спидер возьми, он быстрый. Я просто как... Ой, ко мне какой-то чел. На мне велер, чувак, на мне велер. Его надо сбросить. Оу. Это побыстрее. Согласен. Хорош встретить, блин. Давай попробуй меня задеть. Я не буду тебя задевать, не хочу тебя встретить. Давай. Хоп! Ой, хапака! Ой, ну чё-то говно. Чё-то фигня, да? Давай, попробуй меня догнать. Давай. Вот так, меня так укачивает. А меня нет, я тут пытаюсь от тебя угнать. А ты в курсе то, что я всё вижу? I see you, bitch. Чёрт, не прошу. Ой, тут чел ещё взял. Давай. Слушай. Пап, как там Ромка говорит? Блин. Не помню, как это было. Ах ты ж. Глупсин. Опасный пупсин загадочный. Слышь, это мой прикол. Спидер! Спидер, защити меня от спидера. Плохая штука, да? Да, согласен. Ой, так прикольно по волнам-то. Мне тоже. Вот смотри, давай вот так вот за мной, вот по такому же. Не, слушай, на лодках-то прикольнее, чем на самолетиках. Мне на самолетиках пришло. Рома, слушай, постой, горе на тебе будет. Не будь на мне, не будь на мне, не надо на мне быть, не надо на мне быть тут. Нет, я сяду к тебе, блин, заплачешь, что лодка на лодке. Не надо, это Соня, не надо! Да блин, да, я просто к тебе сесть хочу. Ты думал, что так легко от меня сбежишь? А как тут быстрее ехать? Никак.
убегает от меня. Какая скорость? 130. Почему у меня 80? Ну, 120, 110, 108, 130. О, я у тебя угоняюсь. Отгоняюсь. Конечно, мы в одном напряжении не едем. Ой, Велер. Велер, ты не мёрт. Велер, ты не мёрт. Он у меня 200 скорости. Рома, привет! Привет, он в тебя гранатами кидает, в курсе? Как стрелять? Короче, там оружие надо выбрать. А у меня есть оружие. Выбери его, сойди с лодки и стреляй по мне. Лодку ты не можешь ко мне стрелять. Ах, ты по мне хочешь стрелять? Нет, я по Вейлеру хочу. Чтоб он не мешал нашему заезду. Хотя ладно, Малор Велер, давай. Что? Велер, закидывай его гранатами. Он мне еще не обалкался. Да потому что он слабый. Хоп! Че, как тебе розыгрыш? Вы ничего не ожидал такой? Ага. Я все равно за тобой, что ты? Короче, что, на берег собрался? Все. И всем спасибо за просмотр. С вами я, Ромчик. Всем Всем удачи, всем пока. Всем пока.